Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поздравили всех студентов муниципалитета и Московской области с Днем российского студенчества, а всех Татьян – с именинами. Специально к празднику партийцы подготовили видеообращение. Своими воспоминаниями о прекрасных студенческих годах поделилась депутат окружного совета от «Единой России», педагог, директор Зареченской средней общеобразовательной школы Ирина Каратеева.